Специально к творческому вечеру Николая Надежда Храпова, которая живет в Сиэтле, штат Вашингтон, посвятила стихотворение. И в Ташкенте семьи Неверовых и Храповых служили Господу в одной церкви. И мы хотели бы, чтобы это стихотворение прочитала сестра Надежды Люба Андрейченко. Пожалуйста. «Жизни день к закату быстро клонится. Сумерки маячат у дверей. Я таланта твоего поклонница с давних пор, от юности моей. С музыкой твоею зорьки вешние много раз встречали мы в горах, наслаждаясь песнями сердечными на общениях или вечерах. Годным для благого применения сам владыка твой сосуд нашел. Славное вручил тебе служение и путем особенным повел. Из сокровищниц своих подарками щедрую рукою наделил. Он мелодии живые, яркие, в твою душу с юности вложил. И сегодня, в этот вечер творческий, собрались сотрудники, друзья. Вместе с ними мне воскликнуть хочется: да благословит Господь тебя, вдохновит на новые творения, силы, голос, руки укрепит, даст труде успеха и терпения, от невзгод житейских сохранит. Жизни день уже к закату клонится, сумерки сгустились, ночь близка. Пусть надежды все твои исполнится, в помощь тебе Божья рука. Аминь.